вчера хотела вот эти веревки, такое Г, эти веревки. Обмотан был вот этот рулон, и смотрю, они разложились. Хотела их вытащить. Стала приподнимать, а там такой муравейник. Они как поползли всюду. Ой, я говорю, не. Сказала мужу, завтра он, может, вспомнит. Вытащит эти веревки оттуда. Вот только-только села на качели. Дала кошкам еды, дала утятам, дала курам. И через часок буду всех загонять и закрывать. Да, тяжело стало нам с огородом и со скотиной. Набрала клубники, миску поставила в холодильник. Ее когда моешь, она плохо хранится. До завтра постоит, потом посмотрю, может, заморожу. Не хотела сегодня собирать, посмотрела. А, и две ягоды сварились, прямо сделались такие мягкие, слизлые. Закинула их. И это сегодня, температура была 25, наверное. 30 не было, потому что ветер очень сильный, холодный ветер, северный у нас. Вот не зря же на ночь 10 всего. А с понедельника за 30 будет опять. Чуть-чуть полила две грядки клубники, которые особенно варятся. Свеклу полила, два огурца. А все полить нереально, все пересыхает. Как только цветы не вянут, не знаю. Ну, потому что густо посажены. Утки. Утки. Я к вам иду. Угу. У нас погода стала, как на юге. Днем жарище несусветное, а ночью холодина. На юге-то я еще удивлялась. Думаю, надо же, юг, а так странно, что ночи такие холодные. О. Ну, может, не везде на юге, но вот видите, грядку и еще одну. Ну, а что я полила? Лейку на дворе, да. Немножко полила. Ну, кабачки хорошо растут. Правда, есть и уродливые. Уткам отдаем. Так. Здесь чего делается? Тоже хорошо цветут. Вот белый кабачок у меня один всего. Белый кабак получился. Остальные все цукини. С другой стороны зашла. Тут календула цветет. Вот завтра, наверное, муж будет отсюда рвать. На утро. Да, наверное, здесь еще маловато. Вот эта смородина. Название у нее это не красная. Она созревает, делается бордовая, гранатная, по-моему, или гранатовая. Вон как уже спеет.